Белая лебедушка. Марийская народная сказка. Не взлюбила мачеха своего пасынка Тайдемара. День и ночь заставляла его гнуть спину на тяжелой работе. Весной, как только растаял снег, вышел Тайдемар в поле землю пахать, овес сеять. За обидами да попреками только и помнил он, как всходы зеленым ковром зашли, как летом перед грозой бушевало его поле тугими волнами, а потом золотым чубом клавился ему овес. Однажды заметил он следы у межи, и привели они его к озеру. Поставил он силки и поймал белую лебедушку. На лапке у нее алела кровь. Принес он домой лебедушку, приложил подорожник и перевязал рану. Как только вышел Тайдемар, мачеха схватила лебедушку, общипала ее и перья бросила в печь. Загоревал, заплакал Тайдемар, и одна слезинка упала на лебедушку. И вдруг птица стала девицей красой с длинной косой. Взял Тайдемар ее за руку и сказал: «Не гневайтесь, матушка и родимый батюшка, благословите нас». Мачеха будто язык прикусила. Благословил их отец. Нарядили девицу в белое подвенечное платье. На ноги обули красные сапожки, на голову надели ярко-зеленую, вышитую серебром шапочку, а поверх накинули легкий платок. А рядом с ней Тайдемар в белой вышитой рубашке, опоясанный синим пояском. Сыграли свадьбу. Хорошо теперь Тайдемару. Никакие обиды мачехи не могут омрачить его любовь к девице красе. Не наглядится, не налюбуется он ею. Только не весело лебедушке. Не взлюбила мачеха и невестку, то и дело понукает. С утра до вечера молодая жена не разгибает спину. Но не работа мучит девицу, а обида. Однажды говорит она Тайдемару: «Милый, как тяжело, как неуютно жить на этой земле. Давай улетим к моим братьям и сестрам, лебедям». «Человек не птица», — только и смог ответить Тайдемар. Как-то ранним осенним утром мачеха послала свою невестку к лесному роднику за водой. Подошла девица к роднику и запела грустную песню. Услышали белые лебеди, прилетели к своей сестрице и сбросили ей по одному перышку. Собрала она их и припрятала под елочку. На другое утро она опять ушла к роднику. Радуется злая мачеха, но встревожился Тайдемар. Почему задерживается опять сегодня любимая? На третье утро Тайдемар видит краешком глаза, что жена поглядела на него грустно, будто прощаясь, и опять отправилась в лес с ведрами. Тайдемар пошел следом, притаился у родника и видит, что его любимая собрала перья и снова стала лебедушкой. Спохватился Тайдемар, да поздно. Взмахнула крыльями лебедушка и полетела. И так захотелось ему лететь вместе с ней, что он горько заплакал. Услышали лебеди, вернулись, бросили по перышку, и вдруг желание Тайдемара исполнилось. Он превратился в белоснежного лебедя. Высоко поднялась лебединая стая и тут же растаяла в облаках.